«Сердце, бейся» вышел в свет сборник стихов Леонида Литвиненко. Сам автор 2 года назад ушел из жизни. Это дань признательности последователей Литературного фонда Союза писателей Приднестровья при поддержке Государственной службы по культуре и историческому наследию ПМР. Тираж издания – 300 экземпляров. Это радостная минута. Он писал размашисто и смело, прозорливо вглядываясь вдаль. Над листом склонялся то и дело, в строках звонких закалялась сталь. Я хочу сказать, что этот год юбилейный. Именно в этом году исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Литвиненко. И именно в этом году исполнилось 10 лет с момента присвоения ему звания почетного гражданина нашего города. Основать литературный фонд имени Леонида Литвиненко. Просто надо заключить, надо посмотреть, послушать, почитать. В этом сборнике в настоящий момент можно найти те стихи, которые вообще не видели свет. Поясняю. Они взяты у Литвиненко из квартиры после его смерти в виде черновиков, понимаете? То есть они ожидали своего выхода, но он не успел. И вот эта работа, которую они провели, это как раз та мечта, которая, будем так говорить, не была осуществлена Леонидом Алексеевичем. А в данном случае, будем так говорить, это удалось решить, и его стихи, то есть его мечта сбылась. Я представляю, как бы рад был Леонид Алексеевич Литвиненко, если бы он увидел и смог подержать в руках эту книгу. Но, к сожалению, Леонид Алексеевич сегодня уже не с нами, но он был, он есть и он остается на страницах вот этой книги. Леонид Алексеевич, вот так, по-моему. Но вот это... А куда вы собрали? Одну минуту.